Есть на свете заповедные места, где Творец особо расстарался. Там царит такая красота, словно гений божества остался. Есть просто храм, есть храм науки, а есть еще природы храм, с лесами, тянущими руки навстречу солнцу и ветрам. Он свят в любое время суток, открыт для нас жару и стынь. Входи сюда, будь сердцем чуток, не оскверняй ее святынь.